ранним утром, да так, чтобы я наконец-то проснулся живым. Кто будет следующим? В попытке помочь оказать мне сопротивление всем тем, кто меня считает чужим. Когда обостряется слух, начинаются странные дни, и каждый шаг — это стук, и каждое слово — крик. Но сквозь эту тоску и белый снег я слышу эхо травы. Красками мира и многогранностью сказанных слов. Кто будет следующим в попытке меня удержать в черном ящике, как человека с особо опасным лицом? Ведь когда тяжелеет мой взгляд, я вижу дефекты земли, начинаю двигаться в такт мои странные дни. Но сквозь эту тоску и белый снег я слышу эхо травы. Шаг — это стук, и каждое слово — крик. И в этой тоске на белом снегу я хочу проснуться другим. В этой тоске на белом снегу я хочу проснуться другим. И вот в этой тоске на белом снегу я хочу проснуться живым.